Я против любого особого статуса. Я считаю, что он не нужен. Для меня Донбасс – это единая территория Украины. Украина – унитарное государство. Я не хотел бы, чтобы сегодня в Конституцию вносили те изменения, которые приведут к печальным последствиям для Украины. Категорически против такой пропускной системы, которая есть на сегодняшний день. Она не имеет права на жизнь, потому что она осложняет жизнь людям, которые живут на Донбассе. Пропускная система должна бороться не с законно послушными гражданами, а должна бороться именно с сепаратистами и террористами. Сегодня она в первую очередь борется с законопослушными гражданами.